Непередаваемый мерзкий запах царит в районе старого городского пляжа. Отравляет воздух гора останков крупного рогатого скота. Неизвестные бесцеремонно вывалили их прямо у дороги. По свидетельствам очевидцев, случилось это в минувшие выходные. Пожалуй, единственные, кто рады вот такой несанкционированной свалке, это домашние животные. За время съемки мы насчитали их больше 10. Собаки прибегают, убегают и снова возвращаются к импровизированному столу. Не так опасен сам запах, как животные, которых он привлекает, говорит инспектор Россельхознадзора Сергей Замиралов. Брошенные головы собаки уже потихоньку растаскивают по округе. Свалка может привлечь животных, больных бешенством, также животных, больных трихинеллезом, которые могут сюда прийти и здесь встретиться с домашними животными, которые здесь бродят безнадзорно. И это может привести к дальнейшему распространению заболеваний. Именно поэтому биологические отходы всегда утилизируют на скотомогильниках или в цехах по выпуску костной муки. Тем, кто пренебрег этим правилом, займется Россельхознадзор и природоохранная прокуратура. Сэкономив 3000 рублей, нарушитель теперь рискует нарваться на штраф в 700 тысяч. Россельхознадзор намерен провести внеплановую проверку подозрительных мясоперерабатывающих предприятий. Ну а пока суд додела, ликвидировать свалку придется администрации центрального района. Как сообщили нам сегодня в пресс-службе города, санобработка участка проведена. День-два останки животных будут вывезены. Алексей Янкин, Николай Шилко, информационный канал «Город».